Зашла в чишек. Купила вот тут кое-что. Давай сейчас это. Понятное дело, что сегодня у нас день города, и завтра день города. На площади Ленина там у нас гуляет народ. Но мне сейчас не до этого. Ехать куда-то мне совершенно нет интереса. Вот он здесь, на Ленинском проспекте находится. Вот он. Магазин продукты. В пятиэтажном доме. Адрес какой у него? Вот он работает. Каждый день. До 21 работники требуются. Ну какой тут у него адрес? Вот Осужево, Осужевское кольцо. Вот эти флаги, не знаю почему, с красных сменили на голубые. Ну типа Воронеж, город морской, наверное, из-за этого. Но не важно. Вот здесь вот библиотека. Сейчас посмотрим, может быть, там будет адрес написан. Так, Ленинский проспект. Вот она, библиотека. Уже живу я здесь 4 года в этом районе. Ни разу не сходила в библиотеку. Сходить надо как-нибудь, найти время, выбрать, читать там что-нибудь рядом с моим домом. Не знаю, адрес не написан. Ну, не важно. Я сейчас, наверное, когда буду видео делать, напишу адрес, посмотрю на чеке. На чеке там должен быть адрес. Вот он здесь, адрес написан, но не видно за деревьями. Сто сорок девять дом. Вот здесь вот сквер находится. Обычно бываю я здесь. Вот видите, клумбу сделали. И сегодня и завтра день города. Сегодня 16-е. Или сегодня только. Да, вообще-то говорили, что 16-го только. Ну ладно, не важно. Факт тот, что отмечаем день города. На выборах у нас победил Гусев. Вот. Как всегда, на второй срок, в общем, пошел он. Ну, что еще могу сказать? Вот здесь вот впереди школа 74-я. И справа мой дом находится. Ленинский проспект, дом 155. Ну, все, мои друзья, приходите в гости, если вдруг что.